Такие запреты обусловлены главным. Лед тонок, а погода переменчива. Зимние холода все не наступают. По прогнозу Архангельского гидрометцентра, температура воздуха будет формироваться под влиянием обширного антициклона с центром над Уралом. Но благодаря южным ветрам столбик термометра не опустится сильно. Первая декада на 4-7 градусов выше климатической нормы ожидается. От 0 до минус 5 будет по области мороза. И при прояснениях в ночные и утренние часы вероятны понижения все-таки до 10-15. Это будет восток, юго-восток области, северные районы несколько теплее. А вот атмосферное давление будет повышенным, поэтому осадков не ждем. Похолодание только к середине декабря. До 6-11, местами до 17 градусов мороза.